Борьба за свое национальное иногда доходит до абсурда. Украина решила капитально реконструировать свою армию. Но в представлении Киева мешают славным победам солдатам именно погоны. Вот с такими знаками различия теперь будут ходить на службу. Выбирали из десятка вариантов, остановились на таком. Неравнодушные к истории, тут же покопавшись в архивах, окрестили будущих военных эсэсовцами. Погоны один в один, как в армии Гитлера. Кокарды, даже если не прищуриваться, напоминают железный крест. Ну, все это против наших звезд, которые, кстати, там за глаза называют советскими пентаграммами. При этом многие, видевшие новые погоны военные, сами были недовольны результатом, заявляя, что процесс адаптации новых знаков различия будет сложным, долгим и неоднозначным. Про форму отдельная песня и тоже скорее старая, чем новая. Головные уборы тоже без особой фантазии выбирали. Никаких излишеств. Возвращаем истоки. Это вот фуражка Мазепинка слева на фото, а справа фашистская. Согласитесь, различия не так видны на фоне сходства. Ну а вот и форма, так называемый мультикам, так популярный сегодня у военных, это очень сильно приближает Украину к блоку НАТО хотя бы визуально. К 2020 году страна должна соответствовать требованиям НАТО, так сказал министр обороны Украины. Неясно, правда, как панамы времен Вьетнамской войны помогают. Ну и характерный шлем времен бури в пустыне тоже не пользуется спросом в НАТО сейчас. Все уже перешли на легкие и композитные шлемы. Но в целом любой киевский офицер теперь выглядит как полковник американской армии в фильме «Рэмбо». Образцы новой формы разрабатывались, кстати, волонтерами, не профессионалами. Вот они представили свои достижения в реформировании вещевого обеспечения.